Олександр Кунін, старший тренер юнацької збірної команди України з бадмінтону, майстер спорту, тренерський досвід 20 років. Софія Чорноморова, бронзова призерка чемпіонату Європи та світу з бадмінтону, абсолютна чемпіонка України серед молоді, КМС України, членкиня Дефолімпійської збірної команди. Софія, я вітаю тебе, по-перше, з таким урожайним чемпіонатом. Одразу 3 золоті медалі привезла. І знаю, що ти була молодша від своїх конкурентів на 5 років. Чи сподівалася на такі результати, власне, та як налаштовувалась на змагання? Перед турніром я 2 тижні дуже упорно сильно тренувалася, заслужившись командою і тренером збірної України Пуші Одеси. Я думала, що стану абсолютною, але мені прийшлося прикладати сили і продумати тактику в кожній грі. Дуже важливо, що зі мною на попередніх турнірах присутствує личний тренер. Мені це сильно допомагає. Що взагалі для тебе оці заняття з бадмінтону? Що вони тобі дають? Мені допомагають... Фізично розвиватися, так? Так. Да. І... прийняти швидкі рішення і дізайнер, якби. І тут я думаю, що варто би і в тренера запитати, так? Що дітям дають заняття бадмінтону? Ну, у нас олімпійський вид спорту, бадмінтон олімпійський. Ребята займаються більше, ну, возраста Софії, займаються більше 8 разів в неділю, 8-9, а то і 10 разів. Приятно заметить, что ребенок занимается со здоровыми детьми, и она не только, как вы сказали, член Дефолимпийской сборной, она кандидат в Олимпийскую сборную Украины, ну, пока что юношескую, и на последнем чемпионате Украины во Львове она заняла бронзовую медаль по слышащим ребятам и составляет конкуренцию нашим лидерам, потому что у нас очень сильная школа Николаевская бадминтона, именно юношеская, одна из сильных самых в Украине, и Соня тренируется со всеми ребятами, то есть со сборниками, те, которые сейчас с Франции вернулись с последнего чемпионата Европы, это, ну, ее как бы семья, ее команда. А взагалі, з якого віку можна починати займатися цим видом спорту? Ну, по-разному буває. Буває, приводять і в 4, і 5 років. Ну, все залежить від розвитку ребенка. Дитина така, як ракетка, да? Ну, так, чуть-чуть більше, да. Все залежить, дівчатки в цьому віці, вони більш зібрані. З мальчиками потрібно, це фізіологія, тут проти природи ніяк не... ну, не вийде. Поэтому... обычно с 7-8 лет, и желательно, чтобы это была группа ребят одного возраста, тогда, когда они вот так вот гармонично растут, они и учатся, и получается, ну, как в школе. То есть первоклассник не может прийти в 6 класс, или 6 класса, или 7 там в 1 класс не переведут. И они тогда вместе постигают, и у нас так примерно по группам в нашей школе на Намыве. Сейчас мы все-таки ждем постройки большого зала, мы уже с нетерпением ждем открытия, потому что на одной площадке очень тяжело. У нас более 50 сейчас маленьких детей тренируется, там с 3 часов до 5 идет просто поток детей, потому что есть результаты, родители приводят, знают, но это как бы очень сложно. Старшие ребята у нас, Николаев имеет большие традиции в бадминтоне, потом команда становилась победителем первой лиги, призером суперлиги, это наши, ну, признанные мастера Юлия Казаринова, Артур Джупина, Руслан Сарсикенов, который был участником в Нанкине вторых юношеских игр. То есть есть хорошие традиции, есть ребятам на кого смотреть и стремиться достигать високих результатів. Софія, з чого розпочалась твоя кар'єра взагалі? Чому ти зацікавилася цим видом спорту? Мій папа всіх привів мене в секцію бадмінтону к моєму першому тренеру Сергію Ніколаєвичу Косінчуку. А потім моїм тренером став Остап Кунін, а в зборній команді хлопослышащих ім'я Вікторія. І так і до дня день тренування. А чому порадила б цей вид спорту, наприклад, іншим діткам? І взагалі, чи порадила б? Там допомагає то все, там до спорту, прийняття швидких рішень і дійчика. Якими якостями потрібно володіти, щоб досягти таких от результатів?
Окрім того, мабуть, що потрібно багато часу тренуватися, так? Треба багато тренуватися, і щоб були трудолюб'я. І щоб були мотивації виграти у суперників. Угу. Тут такі досить звичайні потрібно мати умови, так, для того, щоб займатися. От коли дивлюся на це спорядження і розумію, що в принципі бадмінтоном багато хто цікавиться, багато хто грає в цю гру, скажімо так, так, але не всі займаються професійно. Ну, я скажу, що бадмінтон взагалі зараз по популярності другий в світі вид спорту. Поэтому это официальная статистика. Он, ну, как бы, можно иметь ракетку, нужно иметь валаны. И особенно в азиатских странах это, ну, одна из национальных видов спорта. Ракетка у нас весит, получается, некоторые ракетки, вот сейчас профессиональные, они весят меньше 100 грамм. Валанчик перьевой, но сейчас в связи, вы знаете, с ситуацией в мире принято решение переходить на нейлоновые валаны. Но до этого, может, не дойдет, потому что все-таки традиция и профессиональный бадминтон. Резница вычувается, но сейчас есть нанотехнологии и, ну, как бы, институты, которые занимаются, ведущие специалисты обещают, что этот валан будет не хуже перьевого. Но пока еще не удавалось за, ну, годы, что пластиковый валан сравнялся с перьевым. Он состоит из 16 гусиных перьев. Это как раз вот основной тот продукт, который у нас в расходе постоянно. И я могу сказать, что, ну, благодаря нашему президенту Федерации Андрею Александровичу Кротову, областному совету, нас очень сильно поддерживают. У нас ребята в валанах не нуждаются, потому что, ну, идет, учитывая наши результаты, и в мире играют, пока не перешли на пластиковый валан, играют только такими, нам очень сильно с ними помогает область. Но могу сказать, что уровня Софии ребенок, ему нужно в день 4-5 валанов для качественной тренировки. Вот эта коробочка, которую я принес, показал, там, она стоит порядка 25-30 долларов. Поэтому вид спорта выходит не такой бюджетный, именно только из-за валанов. Все остальное как бы проще. Ракетку ты купил, ракетка тебе может год служить, и два служить, и три может служить, ну, смотря как ты относишься к ней. Понятно, вот у Софии, например, если вы видите, она... И ракетки, и костюмы, и все фирма РСЛ. Это благодаря нашему президенту Федерации Украины, у которого вчера был день рождения, мы хотим его поздравить, Днепров Алексей Сергеевич. Софии подписали контракт с известной фирмой РСЛ, и вот у нее как раз в этом плане... Это уже потребно все-таки достигти певных результатов. Ну, конечно, и не просто подписали, потому что она София Черноморова, потому что у Софии есть результаты. София показывает... И на международной арене высокий, и вот ей там ракетки, ей все это спонсирует эта фирма. Поэтому... А у нас десь мы бачимо, що за кордоном, в Україні, в принципі, є можливість себе проявити, а у нас в Миколаєві? Ну, у нас в Миколаєві теж є. От у нас 29 числа на базі НКІ, ну, бувшого НКІ, ну-ка, імені адмірала Макарова в Соляних, состоїться чемпіонат області серед спортсменів, які на 2 роки, і Софія буде участвувати, на 2 роки старше Софії. Це відбір на чемпіонат України. Це відбір в юношеську команду України на следующий цикл, потому что мы вот неделю назад вернулись с Франции, и приятно отметить, что пятеро наших спортсменов, это абсолютный чемпион Украины Иван Царегородцев. Я бачу уже афишу наступного, так, змагання, это будет чемпионат також Украины, всеукраинский чемпионат. Это будет большой всеукраинский турнир, у нас пятый год. София сказала, что начинала она заниматься у моего тренера, Сергея Николаевича Косинчука, это, можно сказать, ну, он у истоков профессионального спорта именно бадминтона стоит в Николаеве, потому что любительский был давно в Николаеве, более 50 лет, а именно профессиональный с его приездом, он сам николаевец, вернулся в 95-м году в Николаев, создал команду на базе университета имени, ну, имени адмирала Макарова, и после этого вот такой старт был именно профессионального спорта. Вот пятый год нашего тренера не стало, и мы проводим в этом году турнир в спорткомплексе «Надежда»,
уже 5 стран подтвердили участие. Сейчас еще мы ждем Литва, Беларусь и Израиль должны, ну, буквально на этой неделе дать заявки. И более 300 спортсменов в том году у нас было на этих соревнованиях. Будут участвовать 4 дня. Разыгрываем все 5 олимпийских наград и ждем всех гостей. 7-10 апреля ждем всех в СК «Надежда». Дякую вам за те, що до нас завітали, дякую за запрошення, дякую за таку чемпіонку, дякую, що знайшли взагалі час. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні в нашому ефірі були Олександр Кудін, старший тренер юнацької збірної команди України з бадмінтону, та Софія Чорноморова, абсолютна чемпіонка України по бадмінтону.